Дорогие друзья, приветствую вас на нашем канале. Об этой новости вряд ли кто-то знает. На данный момент это все держит в тайне. Подписывайтесь срочно на наш канал. Только так вы будете знать всю правду российского шоу-бизнеса. Сегодня рано утром из своей квартиры в больницу номер 28 города Москвы в срочном порядке был госпитализирован известный российский певец Григорий Лепс. На данный момент после обследования медики диагностировали у него сильное алкогольное отравление. Какие спиртные напитки употреблял Григорий Лепс, пока непонятно, родственники отказываются что-либо комментировать, а концертный директор Григория Лепса вовсе отключил мобильный телефон. Сейчас артист находится в больнице, ему уже оказана медицинская помощь, но мы не можем вам сказать, друзья, в каком состоянии находится он. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши выпуски, и уже в следующем выпуске на нашем канале мы сможем вам более подробнее рассказать об этой всей трагедии. Давайте поддержим Григория Лепса, будем надеяться на то, что с нашим артистом все будет хорошо. До скорой встречи, не переключайтесь, друзья.